Ой, сирену врубили опять. А, это отбой. Или не отбой? Ни хрена не пойму, что происходит. Теперь у Эдика задание завтра купить мне пивка. Где-то на белом свете. Супер примитивный завтрак. Гренка с гуманитарным паштетом. Сладкая овсянка. Вы такое ели? Я так люблю. Сладкое и соленое. И салаты с помидорчиком черри. Как вам? Такой завтрак вы пьели? Ну, чаек еще закипает. Ой, ну каша сладкая с паштетом соленым. Это бомба, просто бомба. В меню у нас сегодня борщик с молодой капусткой, с суповым утиным набором. Только-только сварился. Сейчас настоится, можно обедать. Надеюсь, она не жесткая, а сочная и вкусная. У нас тут на навозной куче обнаружились ростки. Скорее всего, это либо тыква, ай, комары, либо тыква, либо кабачки. Еще неизвестно, кто это. И тут их много. А там не знаю, что. Целая плеяда. Интересно, что ж тут вырастет? Я хочу, чтобы здесь кто-то рос. Чтоб корни здесь были, в навозной куче. Особенно вот этот вот крупненький, хорошенький. Вот. А потом их туда выложить. И они тут будут лежать и расти. И будет самый лучший урожай. Класс. Я довольна. Цверенькает. Либо сверчок, либо паучок. Пауки, оказывается, тоже так делают. Наконец-то обед. А то я оголодала. Пока всех накормила, сама голодала. Где мои греночки? Мой борщик с лучком, с солькой. Вкуснота. Эдик сходил к соседям попросить кусок резины. Ему какую-то прокладку надо сделать или закладку, я так и не поняла. А, брызговик. Брызговик ему надо сделать. И он пошел побираться к соседям. Они его наделили таранкой. Это копченая, да, Эдик? Тут и копченая, и обычная. Пахнет до слюноотделения. И что мне вот это теперь делать, женщине с давлением? Мне ж нельзя такое. Он не любит. Не, ну мы вообще-то не любители такого чуда. Теперь у Эдика задание завтра купит мне вина. Фу, завтра купит мне пивка какого-нибудь. Вина. Угу. Эдик мне предлагал, а ты свинцом. Это чтоб мне пиво не покупать. А ты, говорит, свинцом. Таранку, слышите? Таранку я свинцом должна пить. Есть. Ну да, он же пиво не пьет, не любит. Ой, она мягкая такая у них. Ой, вкусная, наверное. Ой, что же делать, а? Как же не повысить давление? Как же так сделать, чтобы почки не отказали? Съешь, Максим предлагает съесть и спать лечь. Да, и во сне, говорит, все нормализуется. Гомеостат. А что это такое? Это постоянство
организме, короче, процессов. Стабильность, постоянство. Стабильность, постоянство всех процессов в организме? Ну да. Понятно. Протекание. В общем, эта рыба на меня смотрит очень пристально. Очень пристально. Она хочет, чтобы я ее прям съела лично. Если бы вы слышали, как она пахнет. Я надеюсь, здесь нету ботулизма. Так бы моя мама спросила, сказала бы: «Доця, там нема ботулизма». Вона хоть без ботулизма. Это опасное дело, мне кажется. Ой. А вы знаете, погодка сегодня радует. Дождик сегодня идет. Дождик ляпает. И так хорошо ляпает. Везде все сыренько, мокренько. Везде капельки. Дождик. Ой, дышится так легко. Смотрится все так. Глазам не больно. Чудесная погода, просто чудесная. Небо затянуто. Это, наверное, надолго. Вообще, серятина такая. Меня только не радует, что я вчера не посадила фасоль. Представьте, я еще фасоль не посадила. Все откладываю на завтра. Вот что-то она у меня не садится никак. Там вон виднеется грядка готовая. Я там хочу посадить перец и фасоль. Дело в том, что может не вырасти ни то, ни то. Ой, сирену врубили опять. А, это отбой. Сирена. Или не отбой? Ни хрена не пойму, что происходит. Сирена все утро воет. То включается, то выключается. Нету покоя. Ну как будет покой, если война идет? И так реалистично. Ну что, дождь, не дождь, а меня вынесла на огород посмотреть, как тут дела. Потому что прям тянет. Тянет по утрам, прям тянет на огород. Посмотреть, как дела. Ну, вроде все хорошо. Надо текать, потому что я в махровом халате. Если он намокнет, то долго его сушить. Вот. Ой, тут так хорошо. Ой, боже, как хорошо. Не хочу домой. Не хочу домой. Сейчас пойду еще на помидоры погляжу. Как тут оно у них? Как тут у них делишки у помидорок? Угу, рукола позеленела. Рукола цветет вовсю. Редиска цветет вовсю. Вы знаете, у меня тут радости. У меня огурчики повылазили. Сеяла огурчики, они повылазили. Так что все класс. Все растет. Все вылазит. Картошка у меня цветет. Вот еще новость какая. Петрушка кучерявая пошла в рост. Прям пушистая такая. Вот. Это рукола цветет. А это редиска цветет. Щавлик подрос. Сейчас вот это после дождика, наверное, будет хороший щавлик. Ой, а помидоры мои, гляньте. Ой, молодцы. Молодцы помидоры. Все стоят. Все стоят. Молодцы. Маленькие, большие. Я надеюсь, вы вырастете. Шпинат опять надо рвать. Не успеваю. Только порвала вчера, опять нарос. Ну, молодец, ну, молодец. Цибулька. Надо, наверное, ее чуть-чуть проредить, цибульку. И оставить на головку. То я хотела только на зелень, но, наверное, надо оставить. Пусть и головочки будут, а то а чушь. Там салат. Ой, класс. Все подрастает. А это самые первые помидоры. Они вообще жирные. Такие
такие мощные, низенькие. Но теперь надо дождаться, чтобы они зацвели, а то они так и останутся, а цвет не дадут. Или еще что-нибудь с ними случится. Помидоры дождь вообще-то не очень-то любят. Не хватало, чтобы еще на них какая-нибудь болячка напала. Что на них там нападает? Ой, цибулю надо прорядить, потому что-то я ее густо... А, ну это ж я ее специально так густо посадила, чтобы потом прореживать. И зелень была, и на головку, чтобы осталось. Жизнь научила. У этого помидора прям нога такая толстая. Прям такая цупка. И теперь же я не знаю, где какой сорт. Я когда сеяла, писала, какой где сорт. А высаживала, мне уже было все равно. И теперь я не знаю, где какой сорт. Ой, какие они классные. Блин. Тьфу-тьфу-тьфу на вас. Ой, гляньте, какая редисина выросла. Это та, которую я съела самую последнюю. Называется пасхальные яйца. Вот как называется. Ну что, еще поискать? Блин, да тут оказывается у меня редиски. А что я ее раньше не видела? Вчера я ее не видела. Ну это какая-то тущая. Ой, ну еще одна. Гляньте, какая. О, вот это я понимаю. Редисочки. О, беленькие. Ну вот нормально. Могла еще, конечно, расти. Ну ладно. Так, ладно, все. На сегодня хватит. Теперь ее надо помыть. Я тут хожу, кланяюсь. Еще одну нашла. А как она так выросла, что я ее даже не заметила, а? О, во! Во, гляньте! Желтая! Ну, типа желтая. Она непонятного цвета какого-то, серо-буро-малинового. Так, ладно, нашла там еще пару-тройку штук. Ну, пусть еще до завтра порастут. Ой, тем более дождик идет. Вот тоже намечаются. Пусть до завтра. Надеюсь, ее никто не съест. Раньше меня. Не зря пришла на огород. Редиски нарвала. А это та, что рассадой садила. Она, зараза, в цвет пошла. Стала цвесть. Так, и цибулинку вырвать. Парочку. Все. Шпинат бы не мешало порвать. Но не сейчас. Нет. Редисон цветет. Цветет. Хоть бери букеты, собирай и в вазу ставь. Картошечка. Это та картошечка, которую соседка нам поддюдёрила по дешевке. А там он тоже редиска виднеется. Вот это вот, которая завтрак туриста французского. Ее ж надо вырвать, да? Подпишитесь на канал и поставьте лайки. Лайки. Лайки.